Нужно отметить, что, конечно, любая стратегия должна отталкиваться от существующих реалий, выявлять наиболее проблемные и слабые факторы. В обсуждении сегодняшнего документа довольно подробно представлен анализ, он есть у каждого. Мы разделили все многообразия городской жизни на четыре составляющих. Я уже начал о них говорить. Это система общественных отношений, система жизнеобеспечения, экономика, социальная сфера. Ну, как пример, опять же, возвращаясь к теме сегодняшнего дня, очень сложная ситуация у нас сложилась это в качестве коммунального хозяйства. В водоканале мы пошли по законно прописанному варианту этой передачи водоканала в концессию. Это один единственный путь, из которого сегодня мы просто не удержим данное предприятие и не сможем гарантировать поставку услуг населению.